и команда ФК «Казаки». Гренадер 30+. Приехал сегодня в следующем составе. Гуленко Тимофей. Первый номер. Второй. Андреев Александр, капитан команды. 17 номер. Умудов Рафаэль. 11. Джалаба Игорь. 21. Волков Артем. 13. Сапельников Андрей. 3. Шимкин Александр. И 9. Марсенюк Илья. Команда «Казаки» сегодня представлена следующим составом. Глоба Александр, 19-й. Захара Максим, 9-й. 2-й Петров Владимир, 4-й. Морозов Александр. 1-й Скляренко Дмитрий, 18-й Шевченко Виталий и 16-й Крипак Анатоль. Здорово!
Так, спешим на камеру. Камеру поздно. Смотри, вот не брат. На холодный. Села на холодный дверь. Ну-ну-ну-ну! Хорошо, хорошо. Запишите просто речески и 100 грамм показаться. И тебе нарисовать или показать. А ты что? Куда ты? Еще макро. Гренадер 30. Бей. Нет, 50. За что мы тут надо? Лучше, да? А, его там был на руках, в конце под трассу. 9-2 сгорели, 2 забил под трассу. Ну, а это за заключительная тренировка. Можно не спрашиваться. Тут на данный момент кто придет сам? Было бы неплохо. Набило, ну, прикольно. Там же рядом портфель. Корпоратив. Да, Саша. Я же так. Ты сейчас придешь, офигеть. Я знаю, я там, на включите, кто где, в каких. Это я за тренировки. Ну, изменил. Нет, там, чувак. Вообще, блядь. О, что? Не, обидно, конечно, что долго. Нет, а это я там подбил вообще. Тяни немножко. Ты тоже сам? Асанку, Асанку. Сань? Так а что с ними тренироваться, Сань? На прошлой тренировке выходы 3-2 и 2-1. Сколько тебе забились? 3-2 и 2-1. Да, тут все. Вообще не реализовывают. Не, ну нереально. Мы даже посыл просто. О чем мы говорим? Там 50% дики доходит в оборот, типа, чтобы мяч не потерять. Вау, или так, блядь, а что да? Это потому что вот так. Так сужат. Те два там так обороняются. Все же меняются. Ну скажи, что. Мы же можем, блин. Ну кажется, ровно. Давайте 3-2 сейчас, короче, там проиграть. Все такие. Ставим, понял, 8 мячей. Сколько пропустим? Один, я уже. Они не забивают тройные. Травля такая, 15 раз, 2 раза, не знаю. Удачи, заступающий. Ты ж будешь, да? Да.
Да, да. Вы по поводу суммы? Ну, я попросил и нет. Я на самом деле знаю эту... Знаю, что нужно делать. Я попросил Илью в 18.00 мне скинуть сумму, которых я не знаю, там, сегодня и вчера. Ну, вчера я примерно знаю. 18.00 мне скинуть, посчитаю, и у нас еще будет там 3 часа в запасе. То есть, ну, примерно, да, да. Ну, плюс... Ну, нормально. Нет. Так все, я не... Ну, видимо, да. Цель была! Ну, прочитал. Да. Там так можно... Ну, особо, да. Ну, нет, никаких слов ничего не было, будет не смайлить. В принципе, немножко да. Ну, основной наш, как бы, это, я сегодня вам сообщу сумму. И завтра давайте я приеду вообще раньше всех в Дрим, а вы можете. Тогда 8.25 на дорогу. Да. Да. Да, да. Ну, как бы взрослый человек, я не... Ну, да. Ну, да, мы не... я буду с ним... Ну, мне... Да, я буду разговаривать. Все, на связи. Ну, там разгромленные марки. Да, 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 да. Все, давайте. Центральный полузащитник.
Пол команды Гренадер. Ну, там какой-то отложенный один человек. Ну, я так не понял, куда. Хорош, хорош! Хорош! Гриз, гриз! Один. Пять заказов. А ты, кстати, до Витоля там читает? Да? Пизда. Так умная штука за трехом. Потому что ты сказал много. У нас все равно нормально форма. 0-0, да? Конечно. Не-не. А, да. Да. Хорош! 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 Фол, какой серый? Какой фол? Программа на фул. Гренадер. 30 плюс. Любой трех, любой нормально. Оп! Ниже, ниже, ниже! Не, бежал! Я не бегал, не знал. Наш пацан. Все, Так, пиздец. 0-0-0-0. Провиси, расстрел. Это мой поле.
посмел наш свой слезает. Потому что... А там... А кто же вообще человек? О, не грызь, но! Есть, все!